Город Владимир. Дмитровский собор. Один из уникальнейших храмов Древней Руси. В его каменной резьбе мирно уживаются сюжеты христианской ведической культуры, которые подтверждают двоеверие того времени. На кресте мы видим удивительную деталь – уточку. Она упоминается в книге Велеса. Это мировая уточка, которая держит землю вместе с Дождь Богом. А вот изображение Дождь Бога, о чем свидетельствуют буквы «Да» и «Б». И вот Дождь Бог сотворил нам это яйцо, в коем всем свет звезд нам сияет. И всей бездни повесил Дождь Бог землю нашу, дабы она была удержана. Есть здесь и Велес, бог скотоводства, бог достатка. Велес изображен вместе с вещей птицей Гамаюн. Кстати, на соборе вырезана целая симфония птиц. На стенах мы видим персонажей ведической культуры, которые никак нельзя соотнести с библейской традицией. Велес учил про отцов наших землю пахать и злаки сеять, и жать снопы, свивая на полях страдных, и почитать его, как отца Божьего, отцом нашим, а матерью — славу. И потому мы должны были бросать в огонь травы и призывать матери Свославу и Велеса отца.